Чемпионат мира возвращается на ваши экраны. Полуфинальный матч нас ждет. Смотрим игру в прямой трансляции на EA Sports. На чемпионате мира настало время полуфиналов. В игре осталось только 4 команды, одна из которых станет чемпионом мира. Сегодня мы узнаем, какая сборная получит право выступать в финале. Да, до финала рукой подать, всего одна победа, но добыть ее будет очень и очень сложно. Нас ждет крайне напряженный и интересный матч. Россия против Германии. Большой, большущий матч мы сегодня посмотрим. Конечно, против сборной Германии играть будет непросто, ведь это одна из лучших сборных мира, как-никак. Да, играть против Бундесманшафт – это настоящее испытание, своего рода экзамен. Ну и посмотрим, какие качества сегодня продемонстрирует наша сборная. Это легендарные Лужники, сердце московского спорта. Великий стадион впервые в своей истории примет главный футбольный матч, финал чемпионата мира. Много разговоров было, кто должен принять финал, но сомнений не возникало. Лужники после реконструкции остались самым большим стадионом в России. Сегодня трибуны великого стадиона готовы принять 81 тысячу болельщиков. Сборная России сегодня играет в таком составе. Классический пример схемы 3-5-2. В этом случае игроки центра поля могут выполнять самые разные функции. Сборная Германии играет сегодня в таком составе. Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа. И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. Первый тайм полуфинала. Это надо видеть, и я вам настоятельно рекомендую отложить все дела куда подальше. Да, до конца чемпионата остается буквально одна игра. Давайте растянем удовольствие. Эмре Джан. Немцы идут в атаку. Он уже, наверное, видел мяч в сетке, а тут на тебе. Алан Загой. Денис Глушаков. Головин. Нойштеттер. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Смол. Сборная России идет в атаку. Подача. Чемиач будет. Жирков. Федор Смол. Смол пробил. Хорошая игра защитника, чисто сыграна. Итак, нападение сегодняшнее. Как сыграет оно, Константин? В последнем матче каждый оформил дубль. Будем надеяться, они не растеряли бомбардирский запал и будут радовать нас сегодня также забитыми голами. Загой. Глушаков. Сегодня великий день для двух сборных. Они выйдут на поле и сразятся за право сыграть в финале. Великий день для всего чемпионата мира. Стадион переполнен, и мы все ближе и ближе к кульминации. Но пол команды обыграл! Ничего себе! Да! Не точно. И все. Надо забыть это побыстрее и играть дальше.
Из выгоднейшей позиции бьет мимо игрок немецкой сборной. Главный тренер разочарован. Нойштеттер. Денис Глушаков. Загоев. Российская сборная переходит в атаку. Джан. Озил. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Александр Головин. Глушаков. Какая техника. Как он обращается с мячом. Вы только посмотрите. Смолов в офсайде оказался. Хедир. Тут может что-то получиться. Юрий Жирков. Дзагоев. Жирков. И подача туда, в сторону ворот. И в штрафной мяч. Атака может быть опасной. Юлиан Драксель. Похоже, они решили поиграть вдвоем. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Денис Глушаков. Самедов. Алексей Миранчук. Александр Самедов. Александр Головин. Это может быть опасно. Джан. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Смолов. Вратарь выходит и забирает этот мяч. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Алексей Миранчук. Мюллер. В атаке сборная Германии. Джошуа Кимих. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Эмра Джан. Если вариантов нет, отдай мяч обратно. Джан. Тимо Вернер. Томас Мюллер. Будет гол. Александр Самер. Александр Головин. Посмотрим за этой атакой. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Один из лучших по игре в пас он сегодня. Самедов. Гектор. Юлиан Драксель. Сами Хедир. Месут Озил. Наличие в составе команды Месут Озила гигантский плюс. Даже когда немец вальяжно контролирует мяч, соперник не может чувствовать себя спокойно. Одной передачей Озил способен завести заглохшую атаку. Сделать так, что она станет голевой. Эмре Джан.
И это удар! Спасает вратарь команду. Потрясающая реакция. Удар с такой дистанции было очень тяжело взять. И в центр штрафной мяч летит от углового флага. Сами Хедир. Настоящая баталия развернулась у нас за путевку в финал чемпионата мира. После первого тайма счет на табло равный. И счет надо признать по игре. Нет ни у одной из команд однозначного перевеса. И делать прогнозы на исход этого матча сейчас не представляется возможным. Все очень сложно. Второй тайм полуфинального матча чемпионата мира. Скоро мы узнаем одного из финалистов. Да, еще как минимум 45 минут большого футбола ждут нас. Эмре Джан. Озил. А это один из самых лучших почтальонов современного футбола, Месут Озил. Партнерам нужно лишь своевременно давать немцу адрес, и тот обязательно доставит. Ассистент из Озила классный. От него всегда получаешь мяч прямо в ноги. Мяч отобран чисто. Ну как, кто к нему успеет первым? Какой-то, знаете, между собой. Эмре Джан. Мюллер. Хедир. Неплохо действует. Решил пробить. Перекладина играет за вратаря. Эмре Джан. Смол. Нойштеттер. Атака продолжится через фланг. И как опасно пробил. И справляется вратарь с этим ударом. Угловой в пользу сборной России. Мяч летит в центр штрафной. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Загой. Александр Головин. Здесь защита справляется, мяч отобран. Эмре Джан. Озил. Месут Озил. Немцы идут в атаку. Нет, не дошел этот пас до адреса. 30 минут играть осталось. Денис Глушаков. Федор Смол. Опасно! Значительно выше мяч пролетел. Замена будет у Германии. Юлиан Драксель. Месут Озил. Росс. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Головин. Самедов. Смолов. Алан Загой. Федор Смолов. Алексей Миранчук. Юрий Жирков. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал.
не останавливает игру арбитр мяч у сборной Германии. Атака закончена и будет удар от ворот. Замена в составе сборной Германии. В составе сборной России будет замена. И у Смолова отличный момент. Отлетает мяч от штанги в ворота. Гол! Какой-то совершенно непонятный получился удар. Нельзя с полной уверенностью утверждать, что так и было задумано. Однако факт есть факт. Мяч в воротах, и болельщики ликуют. Есть тут от чего Йоахиму Лёву быть недовольным. Пропустила его команда, и теперь нужно отыгрываться. Грамотная замена – это путь к победе. Этот игрок выходит явно на удержание счета. Сборная России вышла вперед, и посмотрим, что будет дальше. Основное время истекает через 20 минут. Кросс. Озил. Месут Озила иногда упрекают в том, что он не слишком охотно перемещается по полю, мол, бегает недостаточно. Иногда это так. Зато как же рационально действует Озил. Минимум лишних движений. Если начал немец рывок, значит, видит в атаке перспективу. Посмотрим за этой атакой. Аут в пользу сборной России. Загой. В атаке сборная Германии. Откровенно плохо сыграл сейчас защита. Будет угловой, а значит и шанс отыграться. Месута Озила вообще не видно на поле. Откровенно потерялся. Да, к сожалению, сегодня мы не видим не только угрозы воротам соперника, но даже вразумительных действий и движения. Он слишком инертен, нужно активизироваться и, разумеется, больше двигаться. Навешивает Озил. Защита первая на мяче. Вынос. Удар! Штанга! Вратарь выходит и свободно забирает мяч. Федор Смолов. В отличной форме игрок находится, кстати. Статистика у него просто безупречна. Денис Черышев. Самедов. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Денис Черышев. Мяч в непосредственной близости от штрафной. Из этого... можно что-то извлечь. Итак, одна команда работу по голам уже закончила. На поле появляется еще один защитник. То есть здесь явно пойдет игра на удержание счета. Это может быть опасно.
Ну, немного он все-таки был в положении вне игры, согласен. Буатен. Жером Буатен с мячом, но соперник его накрывает. С мячом Томас Мюллер. В массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать. Сборная России пробьет штрафной. Замена будет у Германии. Нойштеттер. Марио Фернандес. Миранчук. Алан Дзагоев. 3 минуты добавлено к основному времени. Это может быть опасная атака. Снова пробил. Перекладина. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Федор Смол. Мяч у Миранчука. Здорово, Алексей Миранчук. Гол! Этот гол никак не меняет расстановку сил в матче, однако порадовать своих болельщиков команда старается, и спасибо ей за это. Да, команда уже решила свою задачу, добившись весомого перевеса по счету. Но играть в итоге не бросила, это приятно. Доволен тренер. Команда ведет с хорошим запасом. Отыграться теперь будет труднее. Росс. Ну что же, матч окончен. Счет 2-0. Ну что сказать. Не так важно, как ты добился победы в полуфинале. Важен сам факт ее достижения. Да, Константин? Ну, Георгий, формально да. Но мы-то здесь собрались, чтобы и зрелищем насладиться, а не только результатом. Впрочем, и то, и другое сегодня было на 5+. Поздравляем с победой. Хедир. Неплохо действует. Решил пробить. И как опасно пробил. И справляется вратарь с этим ударом. Добавлено к основному времени. Это может быть опасная атака. Смола пробил. Мяч у Миранчука. Здорово, Алексей Миранчук. Гол!
Неплохо действует. Решил пробить. Перекладина играет за вратаря. Забирает мяч.